Третья доска. Бочарников Алексей, Кондаков Константин. Шахматная федерация Одинцовского округа провела турнир, приуроченный к Международному дню шахмат. Соревнования проходили в двух возрастных группах – детской и взрослой. Есть ветераны у нас совсем такие, по 70 даже лет люди все равно приезжают, играют. В основном это все Москва, Московская область, то есть, ну, нету таких из регионов. То есть, там есть игра с мейстера, играют международные, вот сейчас будет там Аркадий Ремеевич Вуль, международные мастера, это мастера спорта международного класса, мастера ФИДЕ и кандидаты-мастера. По новым стандартам безопасности игры проводятся без присутствия зрителей, но поддержать участников и вручить награды победителям пришли представители местного отделения партии «Единая Россия». Шахматы – это очень замечательный вид спорта, и очень приятно, что он развивается и поощряется в нашем районе. И очень много детей занимается. Это радостно, потому что шахматы – это не только спорт, но это и спорт для ума. Участники признавались, после длительной самоизоляции турнир стал для них приятным событием. Игры принесли массу положительных эмоций. Благодарим то, что ассоциация работы не бросает эту работу и проводит такие турниры. Жанна Набок, Евгения Демина, телекомпания «Одинцова».